не выкинешь, как известно. Игор. Провоцировать тоже нужно уметь, Егор. Егор! Вот так, исполнил. Наконец-то мы увидели это. Черпак со штрафного еще в первом периоде хотел обратить внимание, да, что Виталий очень часто при дальних ударах далеко выходит из ворот. И Егор, мастер экстра-класса, это видел. Он прочитал действия вратаря и мягким ударом забросил мяч. Как руку его кинул туда. Егор, фантастика. 3-1. Ну, Юрий Горчинский сейчас тоже партнерам говорит. Вначале Сидоренко вышел, сказал. Теперь Юрий Горчинский.